Всего времени суток. Стоит уже где-то часа полтора. Вот 14% загрузилось. Это на основной канал. Большая уборка идет. Все тепловики, одеяло. Все затаскали мне собаки. Все, хорошего понемножку. Охраняют еду. Я думаю, что кухня, наверное, быстрее выйдет. Но я там на основном скажу про интернет, что у меня все исчезло. И положить мне на домашний не было возможности. Потому что на телефоне не было денег. А онлайн не положишь без денег. Да, морда? Немножко дом отгреб. Я хотел с нами везде все почистить. Но здесь мне надо еще здесь дочистить. Я их потом... Я тебя украду, ты все поворовал. Ты дома... Куда ты пульт делал от телевизора? Все ворует. Все куда-то тащит. Надо на втором этаже, наверное, смотреть. И дома контролит его из-за еды. Че, кушать пойдем? Не домой. О, реакция. Кушать пойдем? Кушать пойдем? Говорю, террористы. О, еще один. А, койор услышал. Кушать пойдем. Что? Нализывает тачку. Села. Машину обмести, а потом убирать. Что-то я не подумал. Надо подумать, как чем мне смахнуть веник. От такого простого вроде нет у меня. Щеткой домашней. Тоже низ прогибается, прогнулся. От того давит земля. Хоть куда ты на машину? Что, обалдел совсем? Хотел на машину на капот прыгнуть. Вот долбанутый, а? Совсем крыша поехала. Вообще безбашенный. Горный, что ли? Зачем тебе на машину надо было прыгать? Думает, гора снега, что ли? Сейчас сметем, потом, чтобы низ мне потом убрать. А то потом нападает. Как-то смахивается легко, он что, он пушистый. Вот так, всем привет, да? Да, сейчас нападает много. Че, кушать пойдем? Хулиганы. Я вам все вывесил. Те вот все перестирывать надо. Вообще кошмар, сколько шерсти от белых. Линяют они. И Златка начала, каюры. Белка пошла вся. Что ты хочешь мне сказать, Злат? А? Что твоя лаешная морда хочет мне сказать? Все в шрамах, все хулиганы, боевые бойцы. Интересно, и лучше на санках поедем. Такому снегу. Так, калитки открываются плоховато. Сейчас еда. Полная кастрюля. Так, встали. Блин. Пшено у меня здесь сваренное. Надо было ехать на санках. Давай, допереть надо. Все по местам. Мне каюр лежит, грызет. Убираться надо. Так, кто не съест лавровый лист, то значит не голодный. Куриные головы, 2 пакета, фотки скидывал.
Кашка желтая. Тихая. Держи. Так. Златка. Бел, хватит орать. Она к себе идет. Откапывать все надо. Блин, Бел, у тебя миска. Ты играла в миску? Как твой папа? И каюр, абажур. Сейчас, что у нас в снегу? Углубляться надо. Чего ты не идешь к себе? Так вам. Иди к себе, иди. Не подглядывай. Носом своим подглядывает. Тихо. Неудобно. Но. Держи. Тоже убираться надо. Вот эти два вольера. Три. Хорошо. Те. Вниз. Каюр, а ты что, еще не дома? Каюр. Сейчас принесу. Тебе колбасу. Что-то я напихтерил, Саш. С ума сойти можно. Свитер с горлом отодел. Куртка очень теплая. Блин. Жарко, но я еще начистился там. Тихо. Снег как раз чуть-чуть подостынет. Снежок хорошо. И разбавит. Может быть, немножко теплое, но едят. Поэтому я снег у них не стал убирать с мисок. Чтобы не терроризовать. Бел, ты молодец, аппетит у тебя пошел. С этими лосями с Рыгилова, да, Злат? Гляжу. И дом это с Рыгилова. А потому что вы переели голов и всего остального. Ну хоть морг закончился. Нет, там еще что-то лежит. Наверное, еще одна голова. Рогатый этому лосю отпилил. Рожки маленькие. Шильника. Вот, и это. Там еще, наверное, еще бычок лежит. Тут надо собрать. Вон, смотрите, тут тапки, кости, челюсти. Так, ну все, я очерк снял. Тачку я потом заберу, пусть они. Сейчас катить, не знаю. Там почистить, все равно там мешаться будет. Потом к ним приду, откопаю. О. И калитку потом, ворота почистим.
то небось трактор нагреб, то небось дурдом. Бордюр, небось, после снегопада. Да что таки делать, снежочек опять вон винить начинает по чуть идти. Так, балки нормально держатся. Прогиба нету. Нет, вроде все ровно. За тяжестью снега я просто смотрю. Так, ешьте. Ну все, вот такие дела. Вот так мы поели после снегопада. Везде. Трупы, челюсти. Стоматология вот. Зубы я имею в виду. Ну что, машину сейчас отмету. Короче, они меня дурдом устраивали дома. Друг за другом смотрят, контролят, метят. Я говорю, ну вообще обнаглели. Вообще обнаглели. Я говорю, все, хорош. По чуть-чуть и то по одной. Побаловались и будя. Это вообще террористы еще те. Хозяйничают в полную силу. Хозяина в плен взяли, все. Хоть с дивана, хоть на второй этаж уходи. Дал им подурить. Но там переначали как границу переходить. Потому что он, я ковры вытащил, которые лежали в коридоре. Прям начал че заметить. Каюр подошел, начал лап поднимать. Я говорю, вы че, ну-ка все на выход. Вот такие дела. Такая заснеженная лайкаос. Ну все, давайте увидимся. Я думаю, что этот ролик быстрее выйдет, чем на основном. Тут очень долго грузит. Там с GoPro снято. А здесь я с телефона снял. Все, всем пока.